Участнице Великой Отечественной войны, ветерану труда, кавалеру ордена второй степени Антонине Прусаковой сегодня исполнилось 90 лет. С юбилеем ее поздравил глава города Эдхам Акбулатов. Антонина Прусакова родилась в Вологодской области. Во время войны работала токарем на железной дороге, занималась восстановлением поврежденных путей. В 1953-м она переехала в Красноярск, где продолжила трудиться на железной дороге. Ее общий стаж 40 лет. Сегодня участницу войны с днем рождения поздравила многочисленная семья. Сестры, внуки и правнучка. Глава Красноярска Эдхам Акбулатов зачитал телеграмму от президента Владимира Путина. Уважаемая Антонина Евменьевна, примите искренние поздравления с юбилеем. Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, который служит нам и сегодня. Вот спасибо, что я маленько что-то думаю, а вы, как бы сказать, поддерживаете. Вот и я хочу доброты, доброго всем здоровья, счастья, не беспредельно, но то, что нужно, чтобы все сбылось.